Кстати, по данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, самыми ответственными заемщиками считаются женщины в возрасте от 50 лет, а вот мужчины от 30 до 40, напротив, частенько по кредитам должны. По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, уровень образования серьезно влияет на ответственность плательщиков. Среди должников только 19% имеют высшее образование. Еще один фактор – наличие поручителей. Исследования показали, должниками становятся всего чуть больше 7% людей, имевших поручителя при оформлении кредита. И почти 93% должников – это те, кто получили кредиты без поручителя. Кроме того, только треть должников проживает в городах-миллионниках, остальные – в более мелких населенных пунктах.